Выставка современного оружия, показательные выступления роты разведки и чествование будущих солдат. Сегодня в 53-й столичной школе прошел День призывника. Школьники и гости могли ознакомиться с армейской жизнью и задать вопросы. Сюда пришли и те, кто в ближайшее время будет проходить курс молодого бойца. Я вот собираюсь в армию, то есть вполне осознанный выбор, не старался ни бегать, ни косить, ничего. То есть собрался сразу после университета пойти отдать вот долг родине. Меня, да, пригласили, вот сказали, концерт будет. Я с радостью пришел посмотреть на все, на вооружение, посмотреть на концерты, то, что мне вручат повестку. Мы сейчас начали практиковать проведение именно таких мероприятий на базе общеобразовательных учреждений. Но вот это мероприятие мы планируем проводить раз в полгода. В торжественной обстановке некоторым школьникам вручили призывные удостоверения, а ветеранам памятные медали.